военного и гражданского назначения. Больше всех машин производителей международной России участвуют сегодня в серьезной программе. Во главе международной информации уникальный Ми-26М2. Александр Михайлович Кирилл и герой России, заслуженный русский испытатель Сергей Владимирович Маслов. Следует справа за ним планет родной силы, который известен во всем мире. Это наследники легендарной восьмерки. Разведывательно-ударный К-52 «Аллигатор». Командир.